В прошлый раз я где-то заруинил. Продолжим тогда с этого. С Папи Лола. Второго. Потому что больше чекпоинтов... Больше чекпоинтов я тут не смог найти. Большой, но он простой, и он меня немного раздражает именно из этого. Лучше бы найти чекпоинт на, не знаю, на следующем уровне, потому что так было бы проще намного в дальнейшем проходить. Долетел, что ли? Алло. А, ну там два прыжка надо. Конечно. Да блин. Вчера вообще за текстуру упал в одном месте. Прыгал с коровы вниз, упал за текстуру. Какая-то странная смерть была. Нелепая. Один раз. Но потом больше этого не повторилось. Возможно, какой-то баг. Таймер сбился. Не заметил. Да хорош, что он все время тупит. О, изи. Здесь, да, вот здесь бомбак. Блин.
Первая корова вроде как бы сверху была. Потом вторая туда. Ну да, я все помню. Привет, Бетон. Все, улетела тарёнка. Но... Боши нет, боши... Боши нет, боши, друзья, перенесено на 2018 год. Привет, накалятор. Там посмотрим, там в 2018 будет видно, будет больше, не будет больше. Марио? Так нет, я как раз Марио и дропнул. Из-за Марио. Потому что дебильная вторая форма, которую непонятно как валить ее. Я сгорел на ней. Даже не сколько вторая форма дебильная, а сколько Хаммербро бесит. От них уворачиваться крайне сложно, и нужно, блин, кучу времени потратить, чтобы получился нормальный трай, чтобы ты смог пройти эти Хаммербро, дойти до второй формы и слить. Я много раз доходил, наверное, раз 10, если это можно назвать много. Ник зачем сменил? Да так, просто решил переименоваться. А то как-то не по логике как-то. 8-бит Нёрд играет в SNES 16-бит, ну это же как-то совсем неправильно. А вот Руинер, в принципе, как раз отражает полную суть того, что здесь происходит. Постоянно руиним. То больше руиним, то червяка Джима руиним. Так. Да хорош, это вообще напрягали эти просто. Давление с незнакомыми иками. Да, вот это есть такое, согласен. Я. Блин. Надеюсь, летающая тарелка его заберет. Спасибо. Но все равно Russian Ruiner, он все равно, я думаю. Блин, да хорош. Это же бот был у меня обычно, Russian Ruiner, только с одной буквой N был до этого. Я думаю, что так или иначе. Все равно это где-то... Имя это где-то вертелось. Было на слуху и... Не стало большой неожиданностью. Так ладно, там все равно. Сережа, на Твиче все подписки остаются, там же. Ок, можно по превьюшечке догадаться зайти посмотреть. Так что я же, например, лейаут не меняю уже много времени. Даже если никнейм поменялся, можно догадаться. Можно раз в 60 дней. Не, ну проблема есть. Проблема есть. Если ты, например, делал хайлайты от старого имени, вот как я выкладывал на speedrun.com, там ссылка на старый канал,
и эти свинки перестают работать. Робобер, привет, что-то вроде Несмании. Ну да, 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 да. Инфа 100. Ну так оно есть. Так и задумывалось, на самом деле. Давным-давно. Только проект затянулся, и... И игры гораздо... Не то чтобы гораздо сложнее, но они дольше, чем несовские. ТМР вдохновил на такое безумие. Ну и дропать это не хочется уже. Надо добивать. Изи. 600 игр. Даже 700 почти. 680. Так, надо здесь найти чекпоинт. Ну не чекпоинт, а этот. Как там? Секретку, чтобы... Здесь не хватает одного предмета. Надо как-то внимательно посмотреть уровень, может что-то можно найти. Да блин. Все игры, да, все игры. Дропы нет, дропы не разрешаются. Я отложу одну игру, Powermonger, просто потому что она очень-очень-очень долгая, там на часов 200-300. И просто пока много других игр не пройдено, я... Решил вернуться к ней чуть позже. Ну, когда там приблизимся к 700, можно будет ее пройти. Потому что игра нереально скучная, нереально непонятная. Я просто пока отвожу. Пока есть годнота, можно пройти годноту. А вернуться всегда можно к стрёмным играм. О, слушайте, кажется, нашел. Надо continue взять здесь. Чекпоинт. Давай быстрей, красавчик. Ну я сколько? Два года почти, да? Два года прошел 109 игр. Ну не за два года, а за 1000 часов. Времени не так много уделяю этому. Работаю. Может, сюда можно? Изи. Изи. Еще и 200 хп. Ну, норм. Ну, такая, кстати, очевидная секретка была, не знаю. Вчера ее не заметил. Но вроде больше ничего собирать не надо здесь. Этого вчера не хватало. Одного предмета. Давай. Найс. Тут где-то тоже есть. Небольшой варп, небольшой скип. Или дальше. Да, дальше, наверное. Да ядрить. Вот он. Может задеть все-таки головой, потому что неудобно. А чё он не триггерится? Ну давай. Изи. Норм. Потому что он может попасть прямо в шар, и я свалюсь вниз. Это будет не очень хорошо. Ну, пока. Норм. Так, остались вот эти летающие коты или что-то за дичь. В принципе, конец этого уровня. Может быть.
Так. В списке. Кстати, что-то бот не работает. Может, я бот не подрубил. Ядрить. Он спецом, что ли? Потрачено. Вот я чекну бота. Должен работать. А, там, по-моему, сотня, 130 игр спортивных. Там их на самом деле много. Я немного посортировал их по жанрам, чтобы было как-то легче ориентироваться, сколько осталось. Спортивных игр реально дофига. Там всякие шахматы. Ядрить, сейчас ведь опять не успел. Что ж такое-то? Изейшая ведь часть уровня. Изейшая. Да блин, опять. Не, надо направо тогда. Не, налево я больше не пойду. Что-то стрёмно. Уже третий раз там сливаюсь, пойду направо. Там вроде направо больше места. Но это не точно. Да блин! Алло! А, ну вроде, кстати говоря, на этом уровне, в этом месте, должен заново One-Up появляться. Но это не точно. А, нет. А где One-Up? Он же должен быть. Алло, он же был. Вчера вроде был. Вроде же фрамил вчера. Вот он, да? Так что я ничего не потерял. Норм. Жаль только не замашнить, как в Терминаторе на Сеге. Блин, я до самого конца почти доехал. Ну да ладно. Единственное, что потеряли, это оружие. Ну, фиг с ним. Наверное. You name some nerd. Names are nice exactly. The Russian ruiner. Because I screw up on Boshi. Well done. В среднем по 12 часов. В среднем, да. Где-то так. Я уже тоже занимался подсчетами. У меня же там даже это посчитано среднее время завершения. 9000 часов. Ну, кстати, 9000 часов это не так много. Могло быть больше. Серьезно. Привет, Серега. Yeah, I'm very nice. And to be honest, I changed my name because I'm playing 16-bit games, not 8-bit. Maybe it has a sense. Tender. I've beaten 16-bit. Yeah, new name. After 60 days, you can change your name again. Donkey.
Ну, have you play AJ1? No, what is that? Nope. Больше 2018. Обязательно сохраню на калядр. Топовые картинки. Всегда сохраняю. Скоро рабочий стол. Сохраняю все на рабочий стол, и скоро весь рабочий стол будет забит картинками от накалятора. Спасибо. А, F4Gym. F4Gym. Окей. AJ. Yes, I beat. First. First one. Run strats. First one seemed better, but I have not. First one, as for me, was a little bit harder, especially. But I don't know. Last stage was hard in the first F4 gym. Compared to Sega version, last stage much harder. It has spikes that damage a lot in the first F4 gym. On Sega, spikes damage less. On this seemed anti-climactic. What is it? Okay, can I jump? Нет, не могу. Конечно же не могу. О чем речь? Okay, this is a bullshit. Not exciting. Let down. I don't remember the ending. So this part is a fucking bullshit because of that. This is my PB. Короче, дальше я не доходил этого места вчера.
пытается. Что, догнать дверь надо, что ли, или что? Да, алло, а что такое-то? Может, типа, спрятаться надо? Сейчас попробуем стратку применить. Да, what the fuck? Тихо. Сейчас изи пройдем. Не успел. А что такое-то? Что за дичь? Привет, Юки. Привет, Хау. Ой, кирпич попал. И Серега, тоже привет. Дэйм теперь фоловит. Да, товар Дэйм. Да блин, отвлекся. Чё за дерьмо-то вообще? Пошел ты, шкаф тупой. Чё, ты изи? Чё сейчас? А чё за дичь вообще? Какой-то шкаф какой-то. О, в 20 часов Jurassic Park. Надо успеть пройти до 20 часов. Какая-то дичь вообще. Да блин. Минус два, серьезно. Фак. Сосредоточься. Привет, Гоги. Оп-оп-оп. О, Wayne's World. Party time. Так, все. Да как так? Алло. Не успел. А ядрить. Что-то жестко очень.
Сейчас бы говорить про Гананту Уробобер, когда всякие Madden Magic'и... Третьи. Dungeon Master'ы. Прям вообще годнота. Да, думаю, Хаммер стрим точно по графику. Только на час. Правда. Я не знаю, по какому графику ты смотрел. Да ядрить! Так. Норм. Погоди, какой... Блин, 18... А сколько? Время 18.35 сейчас. А, завтра. А. Сейчас бы не дочитывать вторую часть сообщения. Наядрить. Так, да как так-то? Не усп... Да, в смысле? Да смы... Реклама топ. Нет, прыгай. Я знаю, что тут есть кнопка с мощной, наверное. Чтобы на тоненького тащить. Игра тормозит просто невероятно. Unbelievable. Easy. Да ну, а как на... Да ну. Да ну нет, так, я уже солью пару каточек, зато я соберу конт с этого места. Что они, похоже, рандомно вылетают. А может быть и нет. Я не знаю. О, жим. Найс. Привет, Винарлин. Кстати, единственное, о чем я не знаю, будут ли рафы работать, то есть коэффициент из-за того, что вы теперь никнеймы пишете с большой буквы. В принципе, у меня проверка-то была, чтобы я по умолчанию переводил его в нижний регистр. Но это не точно, будет оно работать или нет. Кстати, я там подмашнил коэффициенты. Теперь немного другая система. Я тут немного перед стримом занялся ботом. Поднастроил его. Да хорош, что так быстро-то? Да блин. Да, спока. Проблема с доступом. А, проф, у меня ссылочка специально в чате, для этого есть. Внизу, слева, ссылка, по которой ты можешь перейти, и у тебя не будет больше проблем с Joy-казино. Да хорош, что-то я сливаю вообще. Как бровян прям. Thank you.
кстати, можете потестить, там восклицательный знак реклама, по идее, должно высчитывать, сколько лично у вас нужно, например. Сколько для вас будет стоить реклама, например, для накалятора или для профессора, потому что не вчера. О, 4101, ну лол. Надо пофиксить. Так, погоди, профессор. А, у тебя знаешь, в чем проблема? Сейчас я пофикшу в базе. Суть в том, что у тебя, ты когда донатил на Donation Alert, у тебя там по-другому никнейм был прописан, а я хз, как твой никнейм пишется на Твиче. Поэтому я исправлю это недоразумение. Нет, 17 целых и 0,00 тысячных. Посос. Жизни. Да, у тебя просто проф было записано, я сейчас напишу с черточкой и изи фикс. Дай хорош. Ладно, изи прошли. А что такое? Так мы же изи прошли. Почему еще-то одна бомба упала? Да я вообще меня не готовил жизнь к такому. Блин. Я уже пошел в базу данных просто подправлять никнеймы у профессора там. Это такая дичь. Да хорош, все, ноль. Сейчас дроп будет. Понимаю, он вообще их рандомно кидает, здесь нет никакого порядка. Да ядрить! Что за минус-то, откуда? Дроп стримов? А что за дроп стримов? А что он творит-то? Надо три раза подряд, что ли? Или я не шарю? Алло. Все, изи прошли. Well done. Level 8. О, как раз бот Russian Dropper. Так. А что за... Наркомания какая-то. Блин, что-то есть захотелось? А можно её домагнуть зачем-нибудь? О, Wayne's World. Ядрить! Как её собрать-то?
первый, кажется, нашел. Блин, а я не знаю, как ее собрать. Дичь какая-то. Ладно, скипаем тогда. Ай, горит. Какой-то жесткий уровень, да? В плане того, что много всякой фигни. Привет, Синг. Поздравляю тебя с очередной датой, 3 сентября. Да ворона? Какого ворона? А что тут за срань-то? А, может, надо просто спидранить, и она не будет долетать? Понятно, что Винка — это шипы, но надо же проверить. О, континью. Не, это я вообще по это ПБ, я до сюда раньше не доходил. Чувство сливания пошла. Изи. А как это проходить-то? Лё. Way. No way. Эти разбить наверху? А, ну топ контент. Да опять этот варп. Ну что такое-то? Откуда он взялся, этот варп? Контов, фиг его знает. Тут же типа пароли есть. Типа есть, типа пароли. Не знаю, как на Сеге. Здесь они типа есть. Да, да, я тут собирал. Я, ну, стараюсь собирать картинки. Я же не просто спидраню игры, я их прохожу. Ну, в смысле, как бы наслаждаюсь игрой каждым моментом. А, блин! Thank you.
Главное опять в варп не попасть. Да еб... Так, чё за... Continue. Блин, да блин, да блин, да, да... Всё. Пригорело немного. Так, а чё такое-то? Опять варп, да? Funky. Так, блин! Сейчас бы на изичном уровне сливаться. Из-за того, что здесь все тормозит, это вообще норм. Отлично, просто слил. Просто отлично. Все просто, все конты слили, все жизни просто в никуда. На первый вывод фиг соберешь? Не, я тут, в принципе, собирал. Тут довольно просто есть места. Вот, а как раз здесь вообще же легко собирать, особенно на этих, на собаках. Они здесь даже собирать не надо ничего самому. Никто считает, просто выдают. Просто вовремя только докидывая их. Время выбирать больше 1018. Больше 20, восклицательный знак 8. Время выбирать. Ну лол, спасибо, накалятор. Поздравляю тебя, теперь ты снова в лидерах рекламы. Боже, 2017. На папе Вов можно изи. Сейчас, проф, я поменяю сообщение. Оно не автоматизировано, к сожалению, но частично. Сколько там топ? А я хз, короче, сколько топ. Поэтому просто восклицательный знак. Реклама в чат. Да, можно и без чата. Думаю, так понятно. Боже, 2018. Да-да-да. Продолжаем. Все, обновил я базу. Блин, уровень вроде как бы простой, но
Как вот это подобрать? Я чуть не могу. Я как-то везде проваливаюсь, а здесь провалиться не могу. Вот там, где надо, я не могу провалиться, а там, где не надо, я падаю все время. Так, тихо, аккуратнее, все, я сейчас буду аккуратно попробовать это проходить. Да блин, что ж такое-то? Где оружие-то новое? Нет, у меня оружие что ли такого? Как так? Где-то есть портал? Туда, в то место? Ну лол. Кстати, я еще подумаю насчет рекламы. Может, реально еще сделать с картинкой рекламу, чтобы там вылезала в каком-нибудь нижнем углу левом в свободном месте. Я допилю после стрима, наверное, если Юки сегодня заведет. Попробую допилить эту функцию. Да блин, вот... Что-то напрягает на самом деле эта хрень. Я же жал. Хитрить уровень. А ее можно как-то сбить, чтобы она... Норм, выбил. Да, сбивается, в принципе. У меня нет дропов, Райс. Дропов нет. 60 FPS стабильно. Все, я понял, страту тут изи, на самом деле. Ну норм. А что, тоже дамажишь, что ли? С каких-то пор. Я ни хера не понимаю на этом уровне, что творится. Все, оружие закончилось, да? Ништяк, найс. А, ну и уровень тоже закончился. Тихо. Боши, что ли? Что такое? А кого бить-то? Да, блин, я что-то нихера не понимаю. Мне вот не нравится никогда червяк жим из-за вот таких вот экшенов. Слишком плотного экшена. Какая версия? Привет, СКДФ. Я без понятия, надо спрашивать у экспертов.
Алло. Да блин. Вставай, тряпка. Блин. Первая часть? Это вторая часть. Босс изи на донгий. Си джим ран. Ран джим ран. Че, это как в, жаб, как в жабах, что ли, уровень? С этой, с крысой? Так, норм. Норм поиграли. Ее можно просто продамажить тут, нет? Нет, скорее всего, вряд ли. Так, да ядрить. А, просто по выстрелу. Ну, изи тогда. Алло! Веро Лия. Надеюсь, правильно прочитал, но, скорее всего, нет. Привет, хорошая шляпа. Спасибо, спасибо. Ладно, какая-то муть на самом деле уровень. Надо чатик почитать. Я давно чатик не читал. Там, может, что-то интересное написано, полезное. Может, не может... Так я пока не понимаю, что происходит здесь. Я же босса почти прошел. Какие тайминги? Я же мастер таймингов. Если тут надо доджить, то без проблем. Привет, Бункич. Что-то как-то, ну да. Какие-то странные тайминги. Тупо нужно погнать. Так алло! Нету пикселя? А, так все, изи! Ядрить. Соник, что ли?
Привет, сюда! Вау, вот это буст. Вон. Да как заделать? Если ты обгонишь, куда обгонишь, в какое место-то? Ломай дверь. Да как его обгоню-то, если он тролль? Ну вот, побежал я. Так я же... Ай, сраный прыжок. Просто впереди него будь, если он не закроет перед тобой дверь. Я хочу добежать до конца. Я не знаю, просто обычно... Я помню, как на Боши советовали мешать, и где мешать вообще не надо было особенно. Где можно было изи пройти два цикла и не париться. Блин, сейчас бы тут пароль бы, конечно, собрать. Игра. Пароль-то надо найти. Тут пароль сами по себе не даются. Норм жизни подобрал.
Фу, хоть не улетел. Вот это вообще норм. Норм. Блядь. Зачем? Меня напрягает это место, алло. Все. Побежали. Даю копию за Мексикан Радар, но это don't copy Мексикан Радар. Юристы мексиканские подъехали в чат. Сейчас буду заявлять на авторские права. Да блин! Не улетел. Вот это вообще норм. Норм. Блядь. Окей. Погнали. Что? Блин, Суданов, ну хорош на своем эльфийском писать. Давай по-нормальному. Привет, Дэнни. Нормально, пиши уже. По-любому тут можно не обгонять, по-любому можно просто до конца дойти и все, и ГГ будет. Изи. По-любому это все ваши машина стратки. Я уверен, что тут все проще можно сделать. Ну не там, в самом конце будет пиксель, в который ты прыгнешь и все, изи.
Я пока сам не проверю, я не верю. Блин. Открывай ворота. Да, управление послушнейшее. Так а что он дальше-то бежит? Алло, откуда это взялось? Тоже можно, получается, забустить, да? Можно. Привет, Кондрат. Так, ну хорош. Я хз, как это проходить? Что за дичь-то? Что-то не ясно, непонятно, вообще ни черта. Ну что, я типа не успел. Ну норм. А если я здесь успею, это что, уровень пройден, что ли, будет? Или что, в чем смысл-то дальше до уровня? Или надо все три, там, сколько раз? 3-4 успеть? Я просто, ну, у меня не укладывается в голове, как это вообще работает. Вот, теперь пошли, что надо самым последним быть первым. Ну, начинается.
Я же говорю, что тут по-любому не так все просто. Типа, ты должен там типа, прибежать первым. На это можно вообще забить. Изи, аккуратно проходить, да и все. Погнать его на ловушке, ловушки не будет. Так это хрень. Че, мы же скиллованы, ребята, мы же изи пройдем. Блин. Что-то душно. Я только хотел без дэмэдж буста пройти это место, и в итоге чего? Как задел-то я? Блин. Не, ну, конечно, вторая часть, это на самом деле жопа какая-то. Гамовер. Блин, найс. Ну, все застрял я здесь надолго, да. Надо чекпоинт как-то выбить здесь. Привет, Нарлин. Я не помню, сколько тут мест, где Ворон стопается, ждет Джима ловушкой. В принципе, можно не спешить. Так. Спидранник со Свика сливания, потом они могут спидран других игр. Да, вообще не могут, конечно. Двери? Двери нет, походу нет, не разбивается. Надо как-то чекпоинт выбить, чтобы не, каждый раз не страдать на этом уровне. И здесь спидран заучить. Wow. Может, есть варп какой-нибудь? Wow. Может, что-то с улиткой связано? Какой-нибудь изейший варп на улитке. Ammo.
Пока не проскролишь, непонятно вообще. Куда стрелять? А что такое-то, алло? Уровень, конечно, этот простой. Можно и без пароля каждый раз, но... Да, наверное, плохая идея идти за оружием. Да... Собери-то конт, а. Сейчас самое главное не упасть, насколько я помню. Где-то там дальше есть интересный момент. А, так уже вов. Так, ну надо как-то первую собрать. Первую вообще непонятно, как это собирается. Всего лишь первую. Первую в очень стрёмном месте находится. Так, о, оружие даже есть. Кое-какое. Да. Да в смысле? Может, у него какой-то паттерн есть? Раз, два. Нет, КЗ. Раз. Нет, вообще рандомная какая-то хрень. Да как так-то? Блин, я еще сквозь это дерьмо... Блин. Вообще какой-то посос. Да. Отлично. Oh.
ближайшем боссе сливать жизни, блин. Ну что, спидран? Вообще без понятия, что делать. Не, ну что делать-то понятно. Вопрос в другом, как это сделать? Ну, иди, спидран. Да куда ты пошел? Ты дурак, что ли? Блин. Устанем. Бустанул. Я прыгнул как бы. Если что. Ну куда ты побежал? Так, алло! Куда ты убежал-то? Бля. Не, ну в принципе это проходимо, однако. Если не косячить, то можно и затащить. Сегодня. Устанем? А куда он тоже бустанулся? Я на такой не подписывался. Так а чё он не цепляется-то за это? Устанем немножечко. А чё? Почему он не зацепляется-то? Чё за дичь-то? Может, я рано прыгаю? Главный уровень запомнить и изи потом. Так по-любому, так я вот как раз и пробую на них забустить. Я как раз это и стараюсь сделать.
Блин, еще и просрал кучу времени на старте. Так, блядь. Бустанул, ну че такое-то? Ребята, вопрос, как взять вот эту хрень? Вот это очень важно. Вот, ну, вначале я просто задолбался проходить уровень 8, который... Никто не в курсе, никто не машнил эту фиговину. Потому что, блин, это очень, очень поможет мне заучить быстрее уровень, пройти игру. Сраную эту хрень осталось подобрать. Я хз. Покажи, подскажем. Сейчас покажу. И все, и просто изи. Пройдем и... Next game. Вот, вот эту штуку надо подобрать. Я без понятия, как это сделать. По идее, с юнки снизу, да, можно подобрать? Как бы, по идее. Но... Туда никак не упасть. А как? Я не могу туда попасть. Через центральную? Каким образом-то? В смысле падай? Куда падай? А, сюда что ли? А как? Нет, не работает. Так это, я не могу туда упасть. Вот эту штуку надо собрать. Вот эту штуку соберем, все. Просто задача станет совсем изи. Там на спидране просто научимся по-быстренькому, заучим маршрут и пройдем. Просто каждый раз вот это бегать. Лучше здесь немного времени потратить, подумать, как это взять, чем потом там сгорать, сидеть каждый раз от этого. Там и жизни больше будет, и вообще на изичах. По идее, еще улитка бежит. Но улитка, она, кстати, просто падает туда. Но я не уверен, что на улитке это можно сделать как-то. Не, я не в курсе, не знаю, вообще непонятно. Вот тут говорим, какой-то телепорт должен быть. Сделай агрегатор цитат для бота. Да, можно. Идея не новая, но можно. А то опять кто-нибудь напишет, что я скопировал эту идею у Мексикан Раннера какого-нибудь. Вообще не знаю, кто такой Мексикан Раннер. Что-то все пристают с этим вопросом. Ладно, я тогда сливаю
Ну блин, по-любому же, ну-ка, там нет улитки? Нет, наверное, улитки. Давайте чекнем. Реально, чекнем. Мне кажется, в этом есть смысл. Смотри, сейчас изи, замашним. А чё такое-то? Алло, да? Блин. Как она упала-то? Я не могу так сделать. Я думал, сейчас изи возьмем, типа, улитка возьмет, и это засчитается. Но нет. Компостной зелени. Не в курсе. Сейчас глянем. Это же вообще была бы идеальная фишка. Улитка же как-то провалилась сюда. Я тоже это, наверное, могу. Я думал, что это сработает, реально. Может, надо с улиткой вместе бежать? Не знаю, мутно. Мутно что-то как-то. Думал, проще будет взять эту хрень здесь. А по-любому должно быть что-то простое. Ну, по-любому. Да может, селект нажать какой-нибудь? Что в этих случаях обычно нажимают? Работает. Я хз, ладно, тогда будем по-нормальному проходить. Ну, то есть без этой штуки. Сейчас тогда 3 жизни надо слить. Улитки соплей. Ты нашел решение. Давай, профессор, рассказывай. Соплей куда? Какое место-то? Под беконом? Что? Сейчас посмотрим. В смысле? Не совсем я понимаю. Меня тут дичь троллит. Да я хз, как так? Что-то я не вообще не don't understand. Чё? Теперь
Теперь поясни, плюс, как это сделать еще. Я же ведь не могу, я же только с прыжка же могу это сделать. То есть у меня дабл джамп, он творит эту фигню. С какого места я... Погоди. Что-то как-то мутно тут все. Да свой, пошла отсюда. Пошла. Нет, а комбосы вообще сложно. Я вообще тут не понимаю, за что цепляться-то. Мы все тупые. Там что, все просто, что ли? Just whip from the salami to get it? Whip from... Что, это работает, что ли? Да ну. С какого места-то whip? Да ладно, да ну, там такой хитбокс, ядри, там такой хитбокс, что ли, на тоненького. Чё-то я думал, что тут нормальный хитбокс-то. То хитбокс-то хрень какая-то. Ладно, давайте спидранить левелом тогда. О, левел 8, скип, найс. Да ну, там такой, блин, как бы... Хрен знает. Там даже такой механики раньше-то нигде не было. До этого времени сколько не играл. Первый раз такая механика встречается. Да блин, изи спидран, ну что такое-то? Запустим. А я не успеваю вот на этот прыжок, я хз. Это-то часть спидранится, изи. Я жжал. Окей. А не, на самом деле, изи пройдем. И по сути здесь не надо сливать. То есть то, что я сделал, то, что я тут раньше типа сливал, вообще не стоит этого делать. Потому что его не догнать уже будет на самом деле.
Хотя, если стоять здесь... Уже буст есть как-никак. Ну что такое, я же жжем. А, ну из Кассельвания! Ну так я же не знал. Я же не знал. Привет, Гоха. Ща и пройдем. Да, да куда ты? Наркоман, что ли? Норм. Конец? Гоха, что-то спойлеришь, что ли? Да, я могу растянуть конец. Не, ну надо срочно проходить. Надо срочно проходить. И зирафом срочно проходим, и... Да, надо срочно проходить, слушайте. Так, все, собрались. Игра же изи. Буст. Прыжок. Так, надо сразу прыгать, хорошо. Там вообще ждать нельзя тогда. Запустили. Иди. Изи-пизи. Лемон сквизи. Вау, еще дэмэдж буст. Fuck you. А, bullshit.
Наверное, было близко пройти уровень. Ну, как мне кажется. Это не точно. Почти проспидранил. Вы видели, да? Там почти прям на тоненького было сейчас. Можно было бустануть вообще по-дерзкому. Блин, вот это место бесит, потому что ты на скорости летишь и, извини, и сливаешься. Надо остановиться и прыгнуть по-нормальному. Ща, изи. Вообще, изейший уровень. Уровень вообще изейший. На тоненького. Да блин! На тоненького ведь было. Так, блин, а чё такое-то? Алло. Хотя бы чекпоинты, что ли, были бы. Как-то стрёмный уровень без чекпоинтов. Первый уровень без чекпоинтов, кстати. Кстати, в прыжке он випает быстрее. Использовать. А, damage boost. Так, здесь спрашиваем скорость, изи. Здесь тоже изи. Да ты серьезно, что ли? Я спешу. Ай, посос, да? Блин, слушайте, ну такой уровень, я так понимаю, это был конец. Да, всего это 3. Изи. Да куда ты пошел-то? Блин.
Блять. Бесит местами. Игра. Ну, алло. Буст. Буст. Привет, X-Ray. Блин, почти. Сейчас тоже было почти. Так, нет, сейчас сделал на самом деле двух траев нормальных. Блин, 5 часов уже сидим, почти 6. Да куда ты пошел-то? Дроп. Ну-ка, что такое-то? Тормоза какие-то. Может, не стоит здесь бежать с такой скоростью? Хотя, наверное, стоит. Раньше, наверное, опять тоже нажимать. А что сейчас было? Да хорош. Блин. А как это проходить-то тогда? На шару, что ли? Возможно, стоит постоять и пострелять. Но это не точно. Получается, после третьей, да? После третьей ловушки надо постоять и пострелять. Секунд 5. Это, конечно, не совсем разумно с точки зрения траты времени, но мне кажется, это лучше, чем просто слить все, все, что было. Да блин, бесит.
Ну что за прыжок-то был? Опять слив. Поздно нажал, наверное. Время дергаю здесь. Остановите, надо выйти. Так. Не потрачено, найс. А, потрачено. Да, курица, иди в задницу. А, пута мадре. Yeah, I don't copy Mexican runner. I don't copy Mexican runner. Ну блин, ну чё так? Почти же ведь, so close. Блин, я остановился вообще-то. Привет, Канатяна. Вроде здоровался сегодня, нет? Столько просто сегодня знакомых людей увидел. Мне кажется, что ты вроде была в чате. Или это Юки был? Тебя не было. А, ну да. Сорян, привет. Совсем зазнался, ЧСВ. Блин! Так я же подступил. Так блин. Сейчас ТМР живет в Польше. Ну как так-то, блин, них чуть-чуть не хватает. Совсем чуть-чуть не хватает чего-то каждый раз.
наконец из Польши едет в Россию. Ну ладно, просрано. Допустим. Твою мать. Ну я прыгал вообще-то. Парашютики? Кстати, профессор, действительно, совсем забыл про парашютики. Совсем забыл про парашютики. Ядрить! Мне в прошлый раз буквально секунды не хватило. Ты жмешь прыжок, он не жмется. Ну алло. Реально как спидран, потому что нельзя ошибок совершать. Совершаешь ошибку, все, извини. Начинай заново. Так откуда? Естественно, ты спешишь, потому что... Потому что надо спешить. И косячишь, естественно. А куда? Серьезно? Да блин, иди в задницу. Я вряд ли догоню сейчас. А кто знает. Так-то забустить можно. Угу. Забустим. Ну, я не знаю, управление, оно не совсем отзывчивое здесь. То, что тут судам говорим, что тут прям идеальное управление, нет, это не так. Оно не идеальное. Я не знаю, вот по мне тут есть задержка в управлении. Это не связано ни с чем. Это не связано ни с симулятором, это вообще ни с чем не связано. Тут просто надо заранее прыгать. Это из анимации из-за такой. Как бы она небольшая, но она есть. Когда ты хочешь прыгнуть с самого края платформы, ты должен заранее это делать. Так не, может на Сеге. Я не знаю, может здесь то же самое. Ну, как по. Блин. Алло, я чуть не умер. Как по мне, тут есть все-таки этот лаг небольшой. Поэтому мне иногда приходится скорость сбрасывать, потому что я могу улететь, тупо не прыгнув. Thank you.
Easy win. Изейший босс. Well done. Да, на самом деле надо было просто успеть в тайминг и отбустить от шарика. А что, конец, что ли? And so having defeated the Hefarious Psycrow, our hero Effort Jim wins back the heart of the lovely princess. What's your name? А что, ГГ, что ли? Да ну. And so having defeated the Hefarious... Изи, 5, 58, 59. And so having defeat the Hefarious Crow. Наш герой, червяк Джим, победил назад. А, и выиграл сердце коровы. Три раза подряд. Итак. ГГ. Проходи на харде, типа. Все? Да ну, что-то как-то так себе. Спасибо за GG там. Да ну, да ну. Кстати, да, можно было за 3 часа пройти изи. Если не тупить, игра на часа 3 максимум. ТМР бы за 3 часа прошел. Не, какие? ТМР бы за час прошел, Юки за 3 прошел. Ну, у меня там Jurassic Park как раз машина. Вообще, это сон коровы. Коэффициенты смотреть на Рафа, когда он один. Всеконец проходил ее? Да он изи за час прошел, я уверен. Для него последний левел вообще изи был. Я на него, наверное, сколько там час потратил, получается, в итоге. И все. Ну, как-то такой конец слабоват, однако.